А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Здравствуйте, Вячеслав, еще раз здравствуйте. Добро пожаловать в Голливуд, ребята. В Голливуд. Добро пожаловать в мертвый остров. В дух. На мертвый остров. Как правильно читается слайд? Dead Island. Dead Island, блядь. Island, я сказал. Так Island правильно, по-моему. Короче, пишите в комментарии, как правильно. Оп, тихо-тихо. Докажи, что ты человек. Бля, чё так тихо? Я оказалась от места. До него уже 20 километров через них. Меня не поймаешь. Ну, выкупаем. Выкупаем. Эвакуируем внимание. Он наручники. Не бегайте, не толкайтесь. Ну, тут тихо. Главное, что менюшка, блин, орала там, а тут тихо. Да. А, вот, блядь, чуть погромче сейчас сделаем. Пожарная служба, с дороги, мать вашу. Ух ты, бля, что происходит? Что за разрисованными? А это он его типа просканировал, да, штрих-код? Да, да. А он его сфотографировал в том... Прикинь? Ну, ты постырил у него, понял? Из огня до полымя. Стой. Что там она уже свою... Движуху узко. Опа! Началась миссия. А чё загорелось? А, это специально, понял, наверное, чтоб, типа, если такая движуха, чтоб сразу сгорели. Это, типа, не прикол. Ого, похоже, все забито. Пойду займу свое место. Ты покинула ему ключи, как этому. Да, швейцар, блядь. Да. Отвези мою машину. А чё это землетрясение, я не могу понять. Городу пиздец написано, стены разрушены, они лезут в проломы. Все, до свидания, пацаны. Взлетаем. Это, блядь, когда, помнишь, американцы с Афганистана летели? На эту заточку. Я же говорю, помнишь, американцы уезжали с Афганистана, улетали, и там арабы на самолеты залазили? Да. Походу, такая же хуйня. Кряхтит. Но это надо было читать. Бля, я надеюсь, мы сейчас за этого черного играть будем. Билет, пожалуйста, ты выберешь, за кого ты хочешь. Ох, простите, похоже, остался в другой куртке. Пойдет. Мать, ты с какого, блядь, года вылезла, алло? А наш чисто такой тип, понял, как будто, блядь, с рекламы кукурузных хлопьев вылез. Да они вообще фрики. Боже, вы ведь Эмма Джонт. И Роберт Стил. Можно сделать с вами селфи? Да а, не, там, да, конечно, сейчас он там чуть-чуть за плечо тебя укусит. Это тяжелый рельс 7-1. Вот Зулу на борту зараженные. Ух ты, блядь. О, нихера себе, нормально так. А я так понял, то все персонажи, которые тут будут, все которые нормально? Ты ж типа должен выбрать. Она всегда любила сюрпризы. Блять, у тебя как рандомные слова, блядь, вылетают. Выберитесь. Да. Кто читает, ты или я, блядь, давай разберемся сходу. Кто читает-то? Давай. Выберите, с кем отправляемся на улице Лада Приора. Львиное сердце вместо мотора. Джейкоб. Выше нос, лапуля, ты со мной. Ох, ебать. А ну читай, что он там умеет. Стойка. Зверь, Джейкоб получает суммируемый небольшой бонус к урону, когда быстро носит атаки одну за другую. Критическая отдача. Пока у Джейкоба мало выносливости, его критическое попадание получает средний бонус к критическому урону и восстанавливает выносливость. Стойкость 3, т-т-т-т-т. Короче, я не знаю. Удар в спину, блядь. Это рэпер какой-то. Дружище, мне повезет, я это чувствую. Все получится, поверь. Да, Бруно. Не так. Дружище, бро, мне повезет. Я чувствую, все получится, поверь, бро. Вот так, нет, типа, скажи, как ты умеешь. Называть. Нет, скажи, как ты умеешь с мимикой твоего лица и всей этой хуйней. Ты чё на? Так вот. Ты чё на, дружище, на? Урод на. Не повезёт, брат, на. Урод на. Я это чувствую, урод на. Вот это я понимаю рэперский движ. Лучше-то поверь, урод на. Не, что-то понял, у него какая-то вон стойкость, выносливость, но у него критический урон. Ну, это неинтересно. Опа, это, походу, вообще горилла, бля. Эй, Айгюй! Айгюй! Мы тут вечно торчать будем. Дави педаль в пол. Погнали, сука, мать твою. Так, мош пит, не сдаваться. Карла получает небольшой бонус к урону, когда
Рядом с ней находится несколько зомби. Карла получает средний бонус к стойкости, пока у нее критически мало здоровья. Что у нее вообще по критическому? У нее сопротивляемость. А есть какой-то нейтральный? Эдрина, это баба. Бля, она зато бегает, понял? У нее выносливость, походу... Я не знаю. Солнце, если будешь совать нос в мои дела, я его оторву и в тебе в глотку запихаю. Ну, нормальная тёлка. Что ты хочешь сказать? Мощная баба. Дани. А, Даник. Да-то нет, должен быть негр. О, а это что за Джейсон Броди? Если Даник, то должен быть негр. Что я должен сделать? Ты серьезно? Даже читать не буду, мне не нравится. Ами. Амино. Я пришла, а ты ушел. Он уходил, она вслед кричала. Я отсосу, давай начнем все сначала. Немножко другая песня, не то, что я знаю. А, ну все. Там и мне он изначально понравился. Берем? Да, да, бери, бери. Берем, блядь. Вы бара, бара, бара. Вы точно бери, хотите бери. Истребить зомби в аут с персонажем Джейкобом? Вы не сможете поменять персонажа посредине игры. А вначале смогу, интересно? О, что, сходу? Сходу лёта? Ну. No. Так, что там по настройкам? Да ты что, сука, ты... Сай, куда ты торопишься вечно? Жесть. Это ты, Глайк, постоянно торопишься. Да, я не умею держаться в узде. Ой, блин, что-то мы не того персонажа вызвали. Да я думаю, что любой бы был бы с этой херней. Ух ты, бля. Сейчас бац и сдох. Вначале. Бинты из спирта, перекись водорода, бля. Так, а что делать? А, я такой у нас... Идти куда-то. Вы истекаете кровью. Я же заметил... Во-во-во. Давайте. Вот же спасибо, мам. О, сейчас закинемся. О, как удачно, да? Давай, 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 давай. Бля, звук такой, думал, у меня чайник кипит. Бля, я думал на минутку, что он на русском пиздит. Окей, good to get out of here. Валим отсюда. Валим, валим на велике. Ух ты, бля. А что там мы сразу в гущу? Дайте мне волыну хоть какую-то. Красотища, сай, какая. Но... Ну, сильно темно, честно говоря. Темно? Да. Мне как-то ярко даже. Ну, это ночь, что ты хочешь. Так, пишет левый контрол, но можно C приседать. А кто это был? Галюны. Галюны. О, что там, братик? Ой, а вот он. Я уже сам отловился, что его нет. Что написано? Мусорная мачете. Чисто именно мусорная мачете. О, нормально, она бесконечная? Бля, прикинь, попасть вот такую именно засаду, это ж пиздец. Ты читаешь, что он говорит? Да. Что говорит? Ничего такого не говорит. Просто типа заберу на всякий случай. А что по сюжету вообще, Слайк? Что там по первому было? Ух ты, нихуя. Я еще помню, думаешь, что там было в первом. Вот так. Я играл, блин. Вот так делаю. Это я сложила, конечно. Вот так упражнения делай каждый день, и спина болеть не будет. Вставай. Вставай, Новый год. На работу пора. Я опа. Товарищ. Я сначала понял, как будто в этом, в Форесте. Да, кстати. Так это может Форест 2? Там есть же тот, типа Форест 2. Тихо.
Ёб твою мать, обосралась еще, ёб. Сейчас по-любому какая-то кабина выскочит прямо в лицо. О! О, прыгай туда. Ой, стой, стой, стой. Ты сказал прыгай. Нельзя тут ошибаться, понял? А как она интересно работала еще? Не знаю. На тяге. На бархатной. Не понял. Ты типа... А, типа вокруг обошел. Я думаю, залез, чтобы потом слезть, что ли? Ну, логично. А ты что, так не сделал бы? Не сделал бы, конечно. Тихонечко. А. О, видишь, светает уже. Да ты шо в натуре, сейчас... Хватит запускать эти чёртовы ракеты. Что за приступы неадекватности у этого самолета? Вообще, что он себе позволяет? Ой, блин, зачем я это сделал? А, чем быть? Надо было ж прочитать сначала, да, потом нажимать? Ну, да. Тихо, тихонечко. Че ты нервничаешь? А, это же звезда-то, да? Кто он виноват, что? Кто он? Так и будешь стоять столбом, или найдешь мне долбаные туфли? Брат. Бро, у тебя из ушей кровь течет. Он такой... Что? Я тебя не слышу. У меня из ушей кровь течет. Ну, что нам теперь делать? А что вы ко мне приебали? Прикинуться невкусными. Бля, хорошо, что я его выбрал. Ребята, это Эмма Джон. Как мило. Конечно, вы знаете, насколько она великая звезда. Победитель премии Ромеро. Ее надо доставить домой в безопасность. О, братан там, походу. Здорово. Сейчас, 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 сейчас. Кто там? О! Слава тебе, яйцам. Моя жена. Джошуа. Да твоя а жена, вот жена все. Уже зомби. Сейчас она нас тапнет, да? Она держится, но с трудом. Уберите это с меня. Да там у тебя ног нема, брат. Эй, в команде... Пейн, я ног не чувствую. У тебя их нет, буба. Саша не рассказывает. Да-да, блядь, они, сука, хлипкие, блядь. Что не видишь на них? Да все, бросаем их, побежали. Тяжелее хуя своего ничего не держали. С тобой все ясно. Эмма тут говорит, надо уходить. Может, надо остаться? Да. Дарлинг. Нужны этому миру. О, меня назначили добровольцем. Ой, бля, а что тут зомби необычные есть? Ладно, Майк, если ты так уверен. Ну, как обычно, везде есть, типа. Вот мой адрес на случай, если передумаешь. Удачи. Мне джин-тоник прохладный. Я сообщу военным, отправлю помощь. Идиоты. Бля, хорошо, что мы с ними не пошли. Типичный Лос-Анджелес. Что там? Тут типа зомби тоже есть, как большие, понял, так и... Обычные. Как там пиздюли надавать, блядь? Сай. А. О, вон окидал! Ох, сука! Выглядит нормально. Ты чё, сука? Тихо, тихо, тихо! Да что, он вообще что ли? Фига себе. Чё, оружие сломалось. Тут 3D-вые зомби такие, типа, блядь. А что, мы братика того оставим? Давал похер. О, сука! Блин, было бы эпично, если бы он ей голову оторвал. Да. Ну, сейчас разнесем тогда. Тяжелая. Тихо. Тихонечко, ребят, по одному. Камеры не мелькишь. Так маячишь камеры, что это капец. Ну, я ж пытаюсь не попасть. На, сука. О, с них хорошо лут посыпался. Ну. И завали твоего дядьку. Чтобы он не мучился там. Подок. На, сука, видел? Приложил чисто. А там было F нажать, я ей пизданул ей.
Да сколько вас тут? Много. Ох, сука! Ты чё? Васенька. Бля, он устал, походу, Слай. Ну, на, сука. Тяжелым оружием махать. Так, на, вот это каша только что была. На, сука. Ты чё, ва? Блядь, сломалась. Ой. Лежать. Лежать, женщина. Блядь, что-то глюкануло. Что произошло такое, что? Глюкануло. Бля, у меня уже дробина сломала. Хе, вот это нормально это. Типа кусок арматуры с бетоном, понял? О, вот это нормально. На это ба. Я читаю Анжела. Анжелина. Слушай, Анжелина может кокнуть? Навали. Шо, соберите. Шатающий кусок горящей резины попал мне в идею. Осталось его сбить. Бенч. Она была, наверное, когда они туда вылазили. Ну да, да, да. Логично, логично. Пора вести начать счет. Стоп, ребята, вы там как? А так доходим уже. Да, они уже тут, по-моему. Они уже знают, что такое слово Габелла, блядь, в прямом и переносном смысле. Будь деликатнее, Джей. Тихо. Ёшкин кот. Господи, вашу мать. Да как же это? Все не должно было так обернуться. Держись, мы еще поживем. На. О, спиртику. Что он так смешно лил ему воду? Ой, не подходи к ней, Вася, Анжела уже заражена. Заряжена. Да смотри, видно же, блядь. Это просто вода, сделай хоть глоток. Ради меня. О! Не знаю, кто ты. Вот о, сучка. Пиздец. Как тебя черти драли. Тихо, сейчас за яйцо как укусит, ты шо? Бам. О! До свидания. Это знаешь, когда ты, ну, расходишься с бабой, который был под каблуком. Да рубай себе руку, дядечка. Да, кстати. Покер, смотри, оторвал. На, бля, на, сука, на. Вообще похрен. Блин, ну вот это, конечно. Оставаться нельзя, надо идти. Но куда? А, вот, номер. Ну, короче, стандартная херня, что главного героя всегда кусает зомби, понял? Блять, а как жить потом? Как жить-то, а? Как жить? На. Потушил тупо. Таджик! А, не видишь, я уже даже его не трогал. Среди своих, понял? Чужой среди своих. А что, есть лекарство какое-то свое? Ну, первую часть мы все время его искали, как обычно. И не нашли. Нам, да? надо было выбраться с острова там. Так надо было что-то на яхту, типа, и выплыть с острова. Что-то там такая движуха, понял? Ну, ты. И, естественно, как обычно, надо было, чтобы яхту тут запустить, найти херовую тучу всякой херни, выполнить целую кучу разных заданий. И я так вроде бы до конца так и не пришел. У меня глючило на одном месте, бах, тупо вылетал постоянно один и тот же. Бах, бах, бах. Бах, бах, бах. Что за тело? Летающая. Блять, смотри, он тупо как в Mortal Kombat, блять, при этом. При фаталите. Интересно. Та ты шо. Сколько делали эту часть свою? Не знаю. Ну я в ту играл, наверное, лет 10 назад. Та где, 10 лет назад, там, в 2012, я помню, трейлер второй показывали, но она так и не вышла. А, да? Угу. Сейчас о! Посмотрим. Ля, наш Глэк уже все, напился, нажрался и возле мусорки проснулся. О, смотри, какая красота. Onward. Ever onward. Куда идти, дядя? Тебе уже все, Габелла. В 11 году первая часть вышла. Ёптвою мать. Потом там еще выходили еще разные, типа как дополнение, понял? Ну, не дополнение, а отдельные игры. А, карту, типа, взяли, понял?
Нихуя себе здесь так приличненько. Не, ну хотя... Да не, маленькая какая-то вообще. Такая же примерно была и в первой части, только там еще был пляж. Вы можете ставить маркеры на значки при помощи Enter. Маркеры будут отображаться и на вашем компасе. Понял. Чего же непонятно? А куда нам идти надо? А, пока прямо, да? 70 Alpine Drive. I can cut through this place, nab some bits and bobs, and roll out the other side to Emma's place. Так, надо выключатель, надо. Breaker missing. Опа. Бам, переключатель. Это был переключатель, а не выключатель. Hold your hoses. Is that a breaker I see? Шланг мне вдышло. Шланг мне вдышло. Вот это тип... Бля, как он нормальный. Тут будет по-любому мастерская где-то должна быть. Так вот, верстак стоит. О, смотри, Сай, как у тебя в детстве. А чё нельзя на велике кататься? Тупо было чётко. На машине в первой части можно было поездить. В самый раз. А, надо пойти вставить. А я думал, это верстак, чтобы делать новые шмотки. Или это в инвентаре можно? Да не, наверное, а может и да. За какой этот? Томья. Чё? Ну, называется он автомат Томья. А, автоматы. Да. Тоня. Шо, пацаны, аниме, бля? Блестяще. О, вот это. Сейчас, блядь, будет байошок, ребятки. Тихо, тихо. Я уже все равно... Они, конечно, порезвее будут. Блядь, да ты смотри. Ладно. Хуй с вами. Лови. Шо там? Да, или я такой рагуль. Не, вроде нормально, да? У-у-у. Слушай, вот это замедление, конечно, мне нравится. Оно тоже было в прошлой части? Да, в первой части тоже было. Ну, выглядит ничего так. Чё, палишь, сука? Прилёт, блин. Бля, надо поиграть в этот, во второй, как он? Я понял. Да, Дайн Клайн. Чё там, братан? Лови. Сука. Бабуля, тихо, сейчас будет камера. Мотор. Мотор. А, ключ понял, вроде мощный, но размах сильно мелкий. Ну да, ну тяжелое оружие. Не тяжелее. Спать, сука. Бля, надо было F нажать. Ну, зато он не ломается. Слушай, этот уже давно обкаканный. Кто кричит там? Да хай кричит. Что там? Открывается? Yo, anybody home? Эй, есть кто? Невеселая картина. Энергетик. Бэджиджун. Бэджиджун. Мой большой бэ. Магнитные замки. Блядь. Роскошь или фуфло? Фуфло, блядь, если он ебанулся от ключа. В ходе эксперимента было выяснено, что эти замки фуфло. Бля! Чего поточно? Говорят, что я косой пиздец. А он еще слышит 2 уровня какого-то. Сюда, сука. Сейчас выскочу. Кто там кабину набьет сейчас? Да. Ключ карты возьми, у него выпало. Бля, нормально он мне так бочину намазал. Опа, протеин, смотри. О, натурал. Натурал протеин, я же сказал. Есть натурал протеин, да? Да. Вот, верстак, походу, не? Не, ничего. Не. Сейф, энергетик. А что в сейфе? Бабки выпалить? А, это моё все, я ж покидал. Что-то последнее... Последняя песня. Кольта. Забрать. О, так ты типа продать сможешь, понял? Он перед смертью песню написал. А, ну да, логично. Он еще что-то. Провод. О, он уже пришел. Смотри, как он бежит, неадекват чисто. Давай. Опа! Что ждан? Получил неждан, сука. Бам. Запись зомбипедии бегун. А, это бегун был. Зомбипедия, блин. О, вот оказывается. Селектор оружия, как каташки. Так, понял, роликом нажимается. Mm.
О, ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Что там, пацаны, что там самое это? Сюда. А, она сломанная, понял. Угу. Так я же взял. Нельзя. Бля, жалко. Вот это... Ну это Dying Line уже, не забывай. А мне кажется, что можно будет, понял? А, прокачка может быть. Все равно есть. Да я тут буду просто останусь, буду этих уродов кромсать. Ой-ой-ой, сломалось, сломалось. Да-да. Вот это. Не то, что было. Чё, сука, ло, блядь. На-на. Бам. Увечи. Пиздюлина. Тихо-тихо. Вот это, бля, я всегда любил подкат. Подкаты это моё. По машинам, чё нельзя распаковать их? Нельзя просто посмотреть, что за машины. Да это, блядь, какой-то 85-го года. Все понял, да? Да. Корвет 85-го года. Мне нравится, что качество такое хорошее. Непрожорливое, блядь. Говно, сука. Пройти в дом, выйти через сад, и дом Эммы будет на... Шо? На цепь. Не успел зачитать. Ой, блядь! Ты, бля, вот это ты зря сделал. Ой-ой-ой, спать! Спать, спать! О, вообще какой-то горелый. Да это те, которые спят. Госпожа разводной ключ, я вас любил, но мадам меч лучше. Вот это я сам себе гембель сделал, ты прикинь? Да, да, тупо да. Дебил. Конечно, именно Рагуль. Ну, в принципе, как обычно, ничего нового. Ну, я люблю устроить ветер в голове. Блять, а прикинь, бы сейчас разбил еще да, один. Да, да, да. Ой, бля, я думал, это шприц со здоровьем. Открывается с другой стороны, написано. Ебать мой хуй. Дышишь мне в спину, блин. Не-не-не, бросать не варик. Сейчас мы... На, сука. Сука, нюхай землю. Ух, ты видел челюсть, как у него свисла? Блядь. Нормально. Похож на моего кента. Сыну его на. Он себя так же ведет, в принципе. Кусается вещь. Так. А где руки? Брат, что с руками? Собаки съели. О! Definite duvet day. Что говорит свой? Не успел, не читал. Так, я понял, мы только собираем. А где тут расходники, детали? О, можно лепить уже самому? А, походу. Не, а ничего не дает, понял. Ну, я нажимаю еще. А, можно чинить, может, не? Не, нельзя. А, это местами меняет, я думаю, что такое. Ладно, погнали. Нам дальше все объяснят, да, Слайк, ты сказал? Я так думаю. Блять. Обязательно. Да-да-да. Не, понял, я бы сейчас опять сигнализация, я бы жаловался, какого хуя. О, все, зачекинились. Да, как у меня... Ох ты, сука! Лежать на... Молодой человек! Что их тут так много, слышишь, в одной хате? Окей. О, сейчас, блядь, метнем копье. Ох, сука! Сейчас, подожди, дубль 2. Дубль 2, дубль 2, подожди. Сейчас все будет. Да подожди, моя подача. Блядь, ну... В одно не попал хоть. В одно ебало хоть попал. Ой! А у вас тут казино? О, там пивас стоит, видел? О, сейчас дернем. Слышь! Слышь, она бьет как по кастрюле. Шо, девчат? Как делы? О, сейчас полетят щечки. Что, мне так нравится размазывать тупо лица, поэтому... Ты иди нахуй! Чтоб стул залез.
Блядь. О, все, он меня отпустил. Бля, меня стул заебал больше, чем зомби. Так. О, казино играем, покер. Спасибо, мы уже поиграли с тобой этими чертями, бля. Когда это было? Неделю назад? Казино Рояль, блин. Так, а ну. Опа. О, тут что-то по материи. А, это бабуля. Холодок. А что, она воду пьет, что ли? Или сидит, что происходит? На, сука. О, да, она по материи будет. А, не. Сосать ей с мягким знаком. Не, вот... Если именно решил повалиться, да? Да я тут, блядь, чё пришел? Общаться с ними? Вон, тут тем более лук есть. Лук, це будет. О! Тихо, куда? Стоять. Что по физике? Блять, ну она же легкая. Правильно? Ну... Сейчас мозги сварятся. Да. Fucking brain. Fucking motherfucking motherfucker. Кошелек. Кофелек. Не, ну в принципе, судя по таким хатам, понял, как одна локация, это один дом. Ну да. Было время, когда люди шо оставляли. А, карточка. А ну, нажми О. А, О. Ничего не нажимаю. Было, нам, наверное, было нажимать, когда... Когда непосредственно появилась? Да. Что ты, блядь, ну, попить зашел? Мурашки по пяточкам, здесь точно есть кулики. Тихо. На, похавай. Что по ящикам картонным? Чисто черный брат. Стонет. Да что ты с этими стульями у меня не прет так как? О, да, ля. Да. Богатство. Арбуз. А, тихо, у меня же, бля, кий разваливает. Арбуз это, конечно, мощно. Стой, вон. Хламид. Хлам. О, подожди, что ты еще. Записка. А ну нажми. Так я нажимаю. А или кью, может кью? Блять. Управление. Где там инвентарь? Рюкзак. И... А может, подожди, в рюкзак надо зайти? А, нет, это расходники, металлические ключи, ничего. Сбросить сведения. А что сведения? А, сведения оружия. А что такое? Ну, туре, о, написано, я нажимаю, ничего не получается. Раскладка. Не та раскладка. Фонарик. Режим действия F. Меню отбрасывание, навык. Меню навыков, рюкзак, карта. А ну ниже. Меню игрока. Журнал. Заданий. Следующее оружие. Оружие. Отслеживать заданием. Особая атака. Я потерял предмет. Чтение. Круг эмоций. Особая атака. А тут даже... А, вот. Вот. Контекстные, да. Выберите кнопку или клавишу для... Понятно. Контекстные действия. Махать. Хуи! Блять, этот стул! За стулом. Отъебался! Что, по мухам задрали сюда. А чё не берется? Ой, женщина, я не танцую. Не берется, бы она уж, ты ж его сломал. Так оно светится белым, я думаю, не сломано, значит. Не, ну ты ж посмотри, там вокруг нема кружка этого. Окей, конечно, мы не даром взяли. Так, фонарик. О, мы здесь остаемся. Тут бы мы бы жили. Здесь я бы срал, да, Слайк? Ты такой именно? Нет. Да. Ты открыл ту дверь, которая не открывалась. Серьезно? Да, серьезно.
О. А, мы тогда взяли, наверное, этот ключ и сработал. Пиздец. Так мы сейчас будем тут, бля, по дворам шароебиться всю дорогу. Ну да. Вот так, кто это, блядь? Зомби. Ладно, заходи. Я захожу. Ай, мама, камин. Как же мне хреново. Ай, мама, камин. Нормальная такая хатка, понял? Слушай, она, как ты думаешь, сохранилась или как? Это мне сейчас будет пиздеть, наверное, минут 15. Или зайдем, послушаем. Слай. А, я не знаю. Ладно, давай. Может, что-то расскажем. Как раз дойдем. Кругом эти психи, просто чудо, что тебя не укусили. Фу, это в смысле фу? Вообще-то выглядит жесть как круто. О, бабуля приехала. Выметайся из этого дома, демон. Ебать, бабка такая, смотри. Нет, тебя укусили. Ты превратишься и сожрешь нас, я знаю. Андреа, он летел со мной, я пригласил его в гости. Просто отдай мне. Нет, я не потерплю демона в твоем доме. Сильно быстро Тринидад не успевает читать. Вы меня бросили. Кто ж, я вернулась, а ты все еще домработница. Так что отдай мне чертов пистолет. Вот теперь все довольны. Мне Джин с клюквой. И что? Бля, меня бабка такая хотела на вокзале развести один раз. Точно так же выглядела. Девочку тут тошнить начала мне. Да тошнит ее, блядь. Меня он еще хуже. Что, нас примотали, наверное, где-то, да, к чему-то? Качалки. Ну. О? Да. Ну, знаешь, судя по тому, что тот себе оторвал полтуловища, когда он превратился. Да, как бы это не остановило. Это бы не остановил. Shoot me. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey, my fever's gone. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Да, ты можешь уже не звонить никому. I'm a good boy. Я good boy. Bed by night. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Они окружают дом. Unlock the cuffs. I can help you. Shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Это игрушечные наушники. Наушники? Наушники, да, наручники. Ладно. Ты ж хоть бы пушку дала бы. Натуре. О, способности. Секундочку. Снимать игрушечные наручники. Так, наушники. Колода навыков. Это колода навыков. Навыки это боевые приемы, бонусы в виде карточных навыков. Блять, до себя три раза мне навыки еще скажите. Которые вы находите. Да, которые вы находите или получаете в процессе игры. От колоды зависит ваш стиль игры. Задавайте и меняйте его, выбирая те или иные карточки навыков. Все понятно. Чтобы использовать карточку навыков, ее надо поместить в открытую ячейку навыка, которая бывает 4 типа. Ячейки открываются по мере прохождения игры. В ячейке можно поместить любую карточку совместящегося типа. Первый тип – это способности, ваши основные боевые приемы. Они открываются в процессе выполнения сюжетных заданий и выбираются автоматически. Смотрите, вы уже открыли первую способность. Вы в любом время можете сменить способность, если найдете другую, которая нравится вам больше. Все понятно? Все понятно тебе? Вы открыли новую ячейку. Для навыков выживальщиков ставьте в нее свою первую карточку выживальщика. Блять, ебать слова. Так, навыки выживальщика помогают дольше держаться в бою с зомби. Навыки истребления помогают вам убивать зомби, а навыки нумена, что ж, сами увидите.
Опа. Ну что ж, сами увидим. Так, серийный убийца, карточка навыка выживальщика. Только Дэнни и Джейкоб. Это ваша... Это вами... Шо-шо? Подождите. За вами потянется след из трупов. Убийство зомби дает наибольше бонусов и урона. Ну, давай его возьмем. Пинок на пасашок. Пинки или пинки в прыжке получают средний бонус к урону и усиливают удар. Поработайте над защитой. Современное использование блока или уклонения дает здоровье. Прикольно. Шо, Слай, на этой тавтологии мы, наверное, затавтологимся. Как ты смотришь на это? Я думаю, смотришь на это очень позитивно. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь. Хотя я уже это говорил. Также оставляйте комментарии и жмите колокольчик. Всем пока!